Мама, подъем! Папа! Ты кошку? Неправильно чистишь. Сейчас я тебе покажу, как надо. Что это? Кто? Я умываться. Неправильно умываться. Я тебе сейчас покажу, как надо умываться. А теперь побежали завтракать. Надо покушать. Надо подумать. Акуни! А акуни, это разве не рыбы? Ого, точно, это рыбы. Вот так пишется букашками. Кто-то тут совсем не так. Что ты написала, мама? Это буква. Это буква Н. Угу, смотри. Нет, вот, ты написала Г. А теперь ты угадывай. Не. Это буква, которую мы изучаем. Ехал грека через реку. Видит грека. В реке рак. Сунул грека руку в реку. Рак за руку греку. Та. А теперь повтори. У маленького сани, сани яду сани. У маленького. Не знаю. А теперь другую. Шла Саша по Саше и сосала. Ну, давай, учитель. Шла Саша по Саше и сосала шоссе. Это так, говорится так. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Перемена! Ты все поняла? Ну, ничего, совсем не поняла. Но урок мне с вами понравился. Да-да-да-да-да. Надо у маму из школы забирать. Привет, мам. Все, пошли. Куда? А кто должен был быть на уроке? Вот какие мы сейчас большие, какие у нас классные ролики получаются. А давайте-ка заглянем в самое начало нашего канала и посмотрим, какими мы были, когда только начинали, то есть год назад. Перемещаемся! Мой канал! Наш канал! И не забудьте подписаться на наш канал! Кнопочка внизу! Пим! Сейчас мы будем снимать!
угадать. Мы изучаем букву А. А пьяцы? Или что? Да. Я не знаю, как писать букву А. Учи меня. Буква А, то что так? А, все понятно. Так. Так. И так. Только нужно всю строчку записать буквой А. А зачем тут Г? Зачеркни ее. Вот, двойку поставить. Зачеркни ее. Так, пойду проверять. Тебе двойка зачеркнет. А вот эти тоже не вылезают.
ностальгии. Здравствуйте. Здравствуйте. Выходите на спальню. Вы дома? Держите, вам паду. А, я ведь только для мамы все купила за товар. Я куплю себе какую-нибудь игру. За все. Куплю за все новую машину. Запишите. Так. Держите.
возьмите ручку, запишите. Вот, вот здесь, вот здесь. Запишите, когда придете. Вот здесь. Пишите. Суббота, воскресенье. А я ему заготовлю пока лекарства. Ничего, зато выздоровите. Посмотрим ушки. Вы не пробовали живот проверить? У вас с градусом все нормально. 36,6. Вот этот пупок. У вас все в порядке, вы просто переели. Приходите на прием в понедельник. Ой, у меня зуб болит. Мы поехали в поликлинику с тобой. Еще подписаться на наш канал. Ну, и как